Друзья, минута внимания. YouTube снова меняет свои алгоритмы, из-за этого моим подписчикам просто не попадается в фид мои видосы. Поэтому, если у тебя сейчас не стоит колокольчик, то, пожалуйста, прямо сейчас поставь его. Да. Здорово, это я, Фриз, и сегодня мы погриферим вот такой вот броней. Как можешь заметить, она зачарена на шипы 10, прочность 10, починка и проклятие утраты. Также в ассортименте у меня есть вот такой вот мечик и вот такой вот топорик. Ну и также вот такой вот инвентарь у меня сегодня... на сегодня. Так вот, сегодня я хочу проверить, действительно шипы такая имба. Может, ты замечал то, что игроки чарят свою бронь на шипы 3 и гоняют вот так вот, то есть с шипами третьими. Я вот не понимаю таких людей, поэтому сегодня я зачарил вот так вот, то есть на шипы 10, чтобы вот определить точно, стоит ли их вообще чаровать, вот, и сегодня я погриферю вот так вот. Нормально я объяснил. Ну что ж, приступаем к грифу. Поехали. Также не забывай подписаться на канал. Осталось 15 тысяч подписчиков. Так, друзья, неподалеку есть челик, 50 метров. Блин, я надеюсь, что он будет не в доме и где-то будет на поверхности. Вот. Да ладно, ну не... Да ё-моё. 5 minutes later. Ну эй, давай, ну тэп. О, отлично. Смотри. Ля какие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Больно. Ой, очень больно. А меня чуть-чуть это в попу. Того. Слушай, это топер. Отлично, мне очень нравится. Смотри, ливает. Куда ты там ливаешь? Тебе уже не ливнуть от меня. Все, ты нарвался на неприятности, бро. Нарвался на неприятности. Я сейчас его догоню и, в принципе, солью. Ну да, это же я. Да. Так, главное его просто не упустить, ребят. Главное его просто не упустить. У меня фезер фаллинг, мне все равно. Так, отлично. Дал ему КД. Ага, КД на перку, здравствуйте. Все, минус. Минус, ребят, дал минус. Отлично. Там еще второй. Еще второй. Кидаем перочку. Офигенно! Еще хор. Блин, пацаны, отлично! Просто начало грифа мне очень нравится. Так, там второй есть. Вон они, дома. Окей. Так, давайте сейчас вот как-нибудь к ним. Я слышу, они одевают бронь. Так, посмотрим, что за бронь. Ух, блин, как я давно не грифил, ребят. Это мега классно, слушай. Так, давай вот так вот сделаем. Да, выпьем. Хотя. Да, давайте еще раз выпьем. Нет, еще не выпьем. Как к ним попасть? Я увидел, ребят. Пью зелечки. Все, отлично. Отлично. Пью. Здорово, ребят. О-о-о, это читы, ребят. Это читер. Вангую просто. Ребят, ставлю свою жопу, что это читер в натуре. Да. Это, ребят, читы. Это два читера. Два читера. Черт. Окей. Блин. Мне это не нравится, ребят. Мне это вообще не нравится. У меня же еще шипы, я забыл про шипы. А, ладно, окей. А, сейчас мы по-бырому вот так перочку кинем. Отхилимся чуть-чуть. И против читеров будем фигачить. Да, ребят, это читеры. Вонючки такие. Так, окей, надо хотя бы одно. Блин, он не подпускает к себе даже. Окей. О, блинский. Как трудно против двоих читеров, ребят. Я их сейчас просто забаню. Но все же. Все же это неприятно, когда против тебя читеры. Короче, сейчас надо по-бырому отхилиться и пойти в бой. Вот это читер или нет? Вот это вроде бы не читер, вроде бы. А вот этот по-любому читер. Вот, ну да, это видно сразу. Ну да, еще спиной фигачит. Ясно. Не, пацаны, это слишком жестко. Слишком жестко для меня, слишком. Ну, посмотрите, как он... Да блин, я просто не могу даже к ним подойти. Слишком трудно. Посмотрите, ну блин, это в натуре, это жесть. Давай. Нападай. Давай. Так, стоп. Не сносите тотем, пожалуйста. Не сносите тотем. Пожалуйста. Ну, спасибо, блин. Спасибо, Майнкрафт, спасибо. Просто ты сегодня на моей стороне, конечно. А, они, походу, ребят, отстали от меня. Мне это не нравится. Я хочу их догасить, слушай. Я хочу их догасить. Там челик, читер, я... Блин, ник его. Да, смотри, один уже ливнул. Просто один ливнул. Ясно, понятно, ребят. Ой, читеры просто. Бан. 2.4. И сейчас мы, знаете, что еще сделаем? Эргоинфо, ап, АДД, ход name. Сейчас мы это просто все, ребят, раскромсаем. Потому что мне не нравится, что здесь живет читер. Вот. И делаем вот так вот, да. Ребят, ставьте лайк, как бы, кто против читеров, в принципе. Поджигаем их дом, чтобы больше они здесь вообще не играли. Не надо играть здесь с читами. Угу. Вот насчет второго, если честно, я фиг знаю это вообще, это был чит или нет. Но коробку я им всю разломаю, потому что, да. Ребятки, на моем радаре есть, короче, челик, вот он.
Стэбаемся. Дал КД, отлично, дал КД. Куда ты ливаешь? Эй, ты. Пьем. Так, отлично. Замечательно. Так, стой. Эй, как у меня так много сносит? Эй, стоп, мне это не нравится. Подожди, у меня защиты нет. Я забыл наложить защиту. А я-то думаю, чё меня так много сносит за один удар, просто жесть. Короче, сейчас я по-бырому отбегу, зачарю на Z4 и прибегу. Я все время гриферил без Z4. Офигенно. По-бырому ставим set home sus, да, и ливаем на точку. 5 minutes later. Друзья, я снова здесь. И сейчас мы бежим к нему. Я надеюсь, что сейчас будет все отлично, и я не зафейлю. Ну да. Друзья, угадайте, кого я нашел. Да-да, моего старого друга, точнее нового, который только что от меня ливнул. Точнее, я от него ливнул. Быстрее, ну давай, дай КД, дай КД. Найс, все, я дал КД. Все, пьем бафы, получается. У меня сейчас протекшн 4, я готов, да, я свежий, да, это я не воняю, что. Короче, мне важно. Так, значит, у него слабка, мне кажется, да? Все, сейчас ты меня фиг загачишь так быстро, с двух ударов просто. Вот, блин, у него щит. Будем тогда с топора, почему бы нет. С топора я более или менее умею играть, наверное, я надеюсь. Вот, я не тренился вообще, поэтому сейчас могу не попадать. Вот, но я постараюсь, в принципе. Так, давай, пожалуйста. Ой, пролагало. Нет, черт. Нет, тише. Пошел вон, вали. Ага, понятно. О, он не умер. Так. Сейчас умрет. Умрешь? Умрешь. Отлично. Все. Так легко? Все? Ну вот, ребят, как бы зачарил на Z4 и получил бронь на Z4. Давайте, ребят, я где-то здесь и запрячу, собственно говоря, клад, так сказать. Поэтому приходите, забирайте, я жду, пока вы это все дело заберете. Друзья, я заместил челика, 32 метра, он вот в этой коробке. Так, давайте сейчас проникнем по нее быстро, вот так вот, оп. Быстренько проникаем, даем КД, дал КД, отлично, бьем. Так, давайте выпьем бафы. Так, отлично, бьем. Это, ребят, АФКшник, вообще повезло, слушай. Бьем. Он еще. Слушай, он не откидывается. Смотри. Реально. Ах ты ж. На! Получай, минус тотем. Отлично. Так, бью, отлично. Так. Слушай, он не откидывается. Вы не можете это. В смысле? Так. Вот, он не откидывался, это очень плохо, слушай. Мне кажется, что у него есть какие-то читы, но это не точно. Почему я выбить не могу? Эй! Бейся! Бейся! Ну ладно, окей. Пока какой-то баг происходит, я похаваю. Ага, не похаваю, ясно. Ты! Эй, что это за читы? О-о-о! Так, все, отлично. Так, хаваем. И полетели. Так, давайте еще выпьем скорочку, чтобы мы могли вообще быстро летать. Блин, было. Блинский, пацаны, я забыл лук взять с собой. Был бы у меня здесь лук, был бы вообще очень топово. Так, давайте заберемся на сундук. Да в смысле, почему? Почему вы не можете использовать это тут? Что я не могу использовать? Что? Чё, почему я не могу ПВП? Алло, что это такое? Крафтью, здравствуйте, что это? Алло, почему я его не могу бить? Что не так, эй? Он мне, да, он даже не ломает мне просто. Так, окей, если я вот так, о, все, пошел, да, урон, отлично, все, бьем, минус тотем, отлично. Так, осталось чуть-чуть. Да, минус, ребят, минус, дал минус. Быстро подбираем, пока он не зашел. Блин, он уже зашел. Подбираем все нужное. Получай. Быстро подбираем. Отлично, все, ливаем. Черт, не убей. Вот только ты меня убьешь. Все, замечательно, ливаем. Где мы. Я хорусы! Я хорусы отдал ему! Черт! Хорусы, мои хорусы! Хорусы! Это не хорус! Черт! Ребят! Я хорусы посеял! Походу! Это смерть! Я отсюда не выберусь никак! Где мои хорусы? Эй! Только не говорите то, что я в натуре посеял хорусы. А, нет, все, вот они. Все, пошел вон. Ну, слушай, знаешь, как бы я сейчас не замечаю особой разницы между шипами и без шипов, поэтому сейчас мы вот так ливаем и смотрим. Офигеть, папаша. Короче, это последний донат, и у него, как бы, вот, да, бронь. Ах ты ж, смотри, какой наглый. Слушай, подожди, вот, он меня ударит, и он сам убьется, да? Ага, понятно, прикольно. Вот, еще мечик у него был топовый. Легко. Ну, ребят, собственно говоря, погнали. Замес 31. Почему бы нет, в принципе. Да. Ага, пока, до свидания. Блин, интересно было с вами познакомиться, конечно, ребят, но у вас слишком много. Так, топорик. Я даже никому не попал, что ли?
Так, стой. Стой, вот, вот это, ты пациент мой сегодняшний. Вот, в принципе, ты будешь первый. Ты будешь первый. Вот, что я думаю. Ой-ой-ой-ой, стой. Больно, очень больно, подожди. Слишком больно, да, да, да. У них моменталки, ё-моё. Ребят, я не на тех нарвался, слушай, походу. Это вот мне не нравится, это мне не нравится вообще. Ай, как больно. Нет. Последний тотем. Ну, это смерть, ребят. Это смерть, ясно, понятно. Справедливости, ребят, нет. Как и не было, в принципе. Да, да, x3, да, нормально. Так, может тебя, слушай, чуть-чуть. А, слушай, он тим, окей. Предлагаю тогда вас, чуть-чуть. Так, ясно, он не тим. А, мне плохо, мне фигово. Пока. А, не пока, я захавал, я успел. Блин, три челика, нормально. Норм. Спасибо, до свидания. Ага, пожалуйста. Ок, значит, ну я как бы это, можно отдохнуть? Вот туда вот, ну хотя бы я умру один. Ребят, ну это все шипы вообще, кал, просто лютый кал. Вообще ничего они не делают, по-моему, поэтому не чарьте свою бронь на шипы. Как можете заметить, меня очень быстро киляли, мне это вообще не нравилось. Вот, и ссылка на что? IP крафтю находится в описании. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Пока.